по команде подрывается 4 заряда. Боец чувствует, что такое артиллерийский обстрел. Не в кино, не где-то, он чувствует на себе, когда земля, окоп, блиндаж или траншея, оп, так аж сжимается. Плюс осколки, которые реально, он размером может быть вот с эту башку, и голову тогда срезает, и ее не видно. Не больно. Главное же не больно. И все, вот, то есть они почувствуют дыхание смерти. Основной разлетный шпал как будет вот так вот. И в эту сторону, которая пойдет, соберется земля. Взрыв! Ha ha ha!